Доброе утро, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами размышлять о тех местах Писания, которые Господь приготавливает для нас, и сегодня я хотел бы поделиться с вами отрывком из 11 главы Луки с 5 стиха. «И сказал им, положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему, «Друг, дай мне взаймы три хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». А тот изнутри скажет ему в ответ, «Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. И я скажу вам, просите, и дано будет вам. Ищите и найдете, стучите и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или, когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы. Или, если попросит яйца, подаст ему скорпиона. Итак, если вы будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более отец небесный даст духа святого просящим у него. Очень важное место Писания. И сегодня Господь полагает мне на сердце напомнить его вам. Я верю, что многие молитвы они возносятся уже давно в нашей жизни есть некоторые сферы когда вот мы перестаем верить когда нам кажется что все пропало и будто бог не слышит будто над нами медные небеса но этот пример это обращение ишо конкретно к нам говорит о том чтобы мы не унывали стучите стучите и вам отворят просите и будет ответ и эта убежденность в том, что будет ответ и в том, что дверь отворится, строится на том, что Бог является нашим Отцом, на Его характеристиках, на том, кем Он проявляет Себя для нас. Он — Отец, Его любовь больше, чем мы можем себе представить. И, может быть, по-человечески мы рассуждаем таким образом. Я не достоин ответа. И это нормально, что он не отвечает. Может быть, мы решаем, что ну, вот слишком мало, слишком вот, надо мне какие-то такие особые жертвы. Возьму 40 дней поста или буду раздавать направо-налево все свое имущество, и тогда я привлеку его внимание, и тогда он ответит на мои нужды. Друзья, на самом деле все просто. Он слышит вашу молитву с самого начала. И есть какие-то причины, может быть, мы до конца даже не узнаем полностью, каковы эти причины. Есть причины, по которым он говорит, продолжай это делать, продолжай стучать, продолжай искать. Я отвечу, ответ придет, результат придет обязательно в свое время, потому что я знаю, какие намерения о тебе хорошие, я знаю, какое будущее для тебя будет наилучшим. Я твой отец, я могу видеть дальше. Я верю, что Бог так ободряет каждого из нас. И сегодняшним утром я призываю вас с новой силой, с новой ревностью, с новым желанием сердца обновляться в молитвах, стучать снова, доставать свои списки, которые молитвенные списки, которые, возможно, вы где-то спрятали уже в глубине Библии, махнув на них рукой, и провозглашать Божье обетования, провозглашать в эти обстоятельства «Бог мой Отец, Бог поменяет эти обстоятельства, Бог поучаствует в этих обстоятельствах, Бог сделает свою работу. Да благословит вас Господь быть теми, кто не унывает, да благословит вас Господь держаться упования, держаться Словом, держаться того призвания, которое Он для вас имеет. Да благословит вас Господь и сохранит. Да презрит Он на вас Святым лицом Своим да обратит Господь лицо свое на каждого из вас и послю, пошлет свой шалом в ваши сердца, в ваши дома. С миром Божиим, народ Божий, хорошего вам дня. Аминь. Очень наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас во искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.